Уклониться от неуплаты штрафов водителям за нарушение правил дорожного движения все труднее. Очередной совместный рейд провели госавтоинспекции службы судебных приставов 9 июня. Во время операции «Тоннель» инспекторы проверяли водителей на соблюдение правил дорожного движения и выявление задолженности по штрафам за нарушение правил дорожного движения. По итогам операции «Тоннель» нарушителям было выдано 6 требований, одно извещение, у двух водителей в счет погашения долга по штрафам арестованы сотовые телефоны, и один водитель оплатил штраф на месте. Совместные рейды ГИБДД и судебных приставов будут продолжаться и впредь. За прошедшую неделю с 6 по 12 июня на дорогах города и района произошло 25 ДТП без погибших и пострадавших. С начала же июня всего 50 аварий, в которых один водитель получил травмы. На этой неделе 5 водителей задержаны за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и 5 водителей за неуплату штрафов.